«Газпромнефть Ноябрьск-Нефтегаз» к пожароопасному сезону готов. На предприятии проверили техническое состояние производственных объектов и привели в готовность пожарно-техническое вооружение. Кроме того, нефтяники регулярно проводят пожарно-тактические учения, в ходе которых отрабатывают взаимодействие всех подразделений предприятия. Учитывая опыт прошлых лет, в частности опыт прошлого 2012 года, когда лесные пожары создали реальную угрозу объектам «Газпромнефть Ноябрьск-Нефтегаз», в этом году мы заблаговременно подошли к решению вопроса о подготовке к пожароопасному периоду. Проведены проверки состояния объектов, проверки готовности пожарно-технического вооружения, пожарной техники. Выполнены работы по устройству противопожарных расстояний от объектов до лесных массивов. С целью защиты объектов от лесных пожаров у нас есть заключены договора с государственным учреждением 9-й отряд Федеральной противопожарной службы и государственным учреждением Управления аварийно-спасательной службы ЯНАУ, так называемым ЯМАЛС.